Всем привет! Скорее всего, найдется очень мало людей, которые на 100% довольны жизнью, что мешает ее изменить. Мы уверены, что для этого нужны ресурсы, которых у нас нет. Но, возможно, все куда проще. Просто необходимо установить контакт с собой и реализовать свои мечты. Для этого есть привычки, которые помогают жить более полной, яркой и счастливой жизнью. Медитируйте каждый день, чтобы ощущать разум так же, как и тело. Составьте список благодарностей. Чем больше вы цените хорошего в своей жизни, тем больше хорошего ждет вас впереди. Не обесценивайте комплименты. Принимайте помощь, разрешайте себе получать и дарить любовь. Перед сном отпускайте прошедший день и проблемы, которые были в этом дне. Завтра будет новый день. Прежде чем реагировать на какую-то ситуацию либо поведение другого человека, подождите 5 секунд. Пауза даже возможность поступить правильно, а не действовать на автопилоте. Проанализируйте информацию, которую вы потребляете. Не сосоряйте свою жизнь ерундой. Всегда относитесь к чувствам внимательно, они направляют на путь к призванию. Сформулируйте видение жизни. Почему вы здесь, что нравится делать, чему хотите научиться и как хотите помочь миру. Осознайте свою ценность. Если не нужно доказывать, живите и наслаждайтесь жизнью. Никогда не поздно изменить свои взгляды и стать тем, кем вы хотели быть. Любите и принимайте себя без условий. Не ждите момента, когда станете стройнее либо успешнее. Начните прямо сейчас. Разговаривайте с собой как с другом, а не как с врагом. Составьте список своих интересов, увлечений и радостей. Выделяйте время для них, как, например, для работы по дому либо для учебы. Старайтесь прощать себя и других, отпускайте прошлое. Живите текущими моментами. Ощутите, как солнечные лучи скользят по коже, смакуйте каждый глоток кофе. Только так вы можете прочувствовать свою жизнь. Сомневайтесь в убеждениях. Большинство из них закрепились еще в детстве и не помогают нам. Начните создавать собственный набор убеждений, который сделает вас сильнее. Каждое утро спрашивайте себя, как я могу сделать этот мир еще лучше. Стремитесь к балансу, принимайте и отдавайте, действуйте и расслабляйтесь, балуйте и ограничивайте себя. Используйте силу воображения. Придумайте возможности для развития жизни и двигайтесь в этом направлении. Принимайте то, что не можете контролировать, например, погоду, очереди, чужое мнение. Берегите силы для более важных дел. Не позволяйте страху и сомнениям управлять вами. Стремитесь к росту, но не к совершенству. Мы не ругаем малышей за то, что они падают, когда хотят научиться ходить. Также мы не должны ругать себя, когда осваиваем новые навыки. Пообещайте себе жить в полную силу. Делайте то, что всегда мечтали. Осознавайте свои ценности и позволяйте им вести вас по жизни. Ежедневно ведите дневник, чтобы наладить контакт с самим собой. Празднуйте маленькие победы, они всегда укрепляют уверенность в себе. Открывайте способности и таланты, а также делитесь ими с миром. Попробуйте новое, выберите новые пути, увлечения, города и профессии. Всегда концентрируйтесь на решениях, а не на самих проблемах. Заботьтесь о своем теле. Пейте больше воды, правильно питайтесь и двигайтесь, а также отдыхайте. Мысленно создайте картину лучшей версии себя. Представьте, как этот человек думает, что чувствует и что делает, и начните вести себя, как он. Цените то, что есть. Мы окружены изобилием. Вспомните о цветущей яблоне, о пышном газоне в парке, о крупицах песка на пляже. Каждое утро выбирайте намерение, которое будет вести вас на протяжении всего дня. Например, благодарность, прощение либо смелость. Наведите порядок, избавьтесь от вещей, которые больше вам не нужны. Проведите время в хорошей компании. Окружающие влияют на нас, так что всегда общайтесь с теми, кто мечтает, делает и вдохновляет. Делитесь знаниями с окружающими. Мы можем многим помочь и научиться друг у друга. Разрешите себе больше играть и веселиться. Перестаньте зацикливаться на результатах. Пересмотрите свои определения успеха. Если вы сделали все возможное, то значит вы уже победили. Выделяйте время, чтобы проанализировать жизнь, что складывается хорошо, а что нужно изменить. Каждый день выходите из зоны комфорта. Страх – это единственная эмоция в процессе роста и развития. Приучите себя действовать, несмотря ни на что. Перестаньте осуждать других. Ставьте цели и отслеживайте их процесс. Быть собой намного важнее, чем вписываться в коллектив. Пообещайте себе жить, работать, любить и творить так, как вам хочется. Ищите то, что сроднит вас с другими, а не отличайтесь от них. Делайте все с любовью, работайте, готовьте еду и пишите музыку. Будьте более открытыми и честными с другими. Только в этом случае они могут полюбить именно вас, а не маску, которую вы привыкли носить.